Проект рассчитан на 5 лет, и только тогда будут подведены итоги творческого состязания, в котором участвуют художники со всей страны, но в большинстве своем все же представлен Юг России. Организатор проекта – Творческий союз художников Кубани, а тематика выставки – материнство, отсюда и такое название – матриархат. Возникнув однажды, жизнь, в какой бы форме она ни проявлялась, продолжает существовать, вечное человеческое стремление постигнуть тайны красоты окружающего мира. Как художники видят мир, можно узнать в художественном музее вплоть до 4 октября. Представлены работы около 150 художников. В принципе, основа, конечно, это Кубанский союз. Хотя здесь и Москва, и Питер есть, и Дальний Восток, и Китай есть, и Крым есть. В основе это постмодернизм. То есть вот те идеи, которые возникли на рубеже веков, когда прочитывается все прошлое, которое было в новом виде, по-новому, с новыми акцентами.